стейки трошки ж другий маринад, не такий, і він не так бисо йде. Оп, ще чуть, все, пішло, да? Да, і нажимаємо запайка. Всім день добрий. Значить, що у нас? Ми хочемо сьогодні, Рустам замоче шашлик із рьобер, замоче шашлик із ошийка і зробить стейки. Потім це все як замочиться, наготовиться, я пофасую по пакетам і будемо вакуумувати. Зараз показую, як Рустам робить саму нарізку рьобер. І також покажу, що ми вже замочили, пофасували і вже воно все розписане. От отак у нас шашлики. Все. От наш шашлик. І все розписано. Тобто це все поділено, все розписано. Сьогодні поїде на відправку. Шашлики є, ну буває, що от закладів. Вчора не було. Убрали пороса і вже є. І так воно записуєтесь і всім постепенно буде. Показуємо все, як Рустам нарізає. Приготовлюємо лучок по лукоцями. На ребра, так? Да? Так. Лук має бути сочний, от як. Сочним, сладким. Нарізаємо по лукоцям, приготовлюємо зараз. Спочатку. А потім вже займемося маребришками. То, що покажемо зараз, як правильно. Потім ошийок, а потім стейки. Потім ошийок. Замочимо, а потім стейки. Ну, стейки вообще ж по-другому тягнули. Стейки по-другому тягнули совсем. Ребра с ошейками практически один. Ну, ребра просто один надо тут возьми. Ребра, ошейки и шашлык, что у нас уже по вакуумиру, це по одному рецепту. Да. А стейки по-другому. А стейки совсем по-другому. Да, появляются в продаже готові вакуумированные стейки. Тоже вам покажу. Тоже, да, стейки можно готовить на плите, то есть на камбу, на сетке. То есть на мангале, да, все, да. И... На саже можно приготовить. То есть, да, как хочешь. Как хочешь, да. Так, рассказывай, Рустам, что это ты? Это ребра. Ага. Мы разрезаем ребра специально сейчас. По одному ребрина, да? Ага. Берем. Вот здесь, видишь, мяса нету. Угу. Берем ко второму. Ага. Сбоку совсем. Сейчас я разрежу, покажу. Должно быть тут вот косточка тоненькая, угу. А тут шмат мяса. И на шампура не вот так одеваем. Одеваем вот так, где мясо. Угу. Вот так. Они должны вот так вот, короче, сказано. Мы сейчас... Ну а если на сетке просто выкладываешь? Если на сетке, то просто выкладываешь вот так вот рядом, чтобы... Компактно все уложить. Угу. Вот так вот. И так само повторяется. Это уже Рустам приготовил ребра, убрал плеву, все лишнее убрал. Да, да, мы уже пленку убрали, все убрали уже. Вот и идем вот так вот повторяем. Ребрышки отличные, сочные, вкусные. И тут не обязательно много мяса на нем или что-нибудь другое. На самом деле, вот это вот, я за такого куска, я мне ошейка, не отбивной, ничего не надо, чисто для меня. Те, кто понимает вкус. Гурман. Вот, гурманы. Гурманы, вот, угу. Они понимают, о чем я сейчас говорю. Это самый вкусный шашлык на самом деле, это с ребра, с любого животного. Потому что действительно в этом прослойке самая вкусная часть мяса. Она сочная. Когда ты ешь, вот берешься вот эта кость, короче, когда готова будет, вот это мясо идеально будет зажарено. Все вкусовые качества, они там останутся. А ты за косточку берешь, вот так вот и ешь. Вот это именно процесс, оно тебе еще вкусовые эти добавляет. Тогда вкус совсем по-другому. А... Вот это я одеваю, вот это один шампур на мангал, вот так, в таком процедуре. Вот это с двумя шампурами. Вот это, видишь, мясо вверх, а кости вниз. Вот два узких шампура. Два шампура, ага. Да, одеваю,
И все. Могу на один шампур одеть, а второй просто, когда ты готовишь, второй просто так ставишь и переворачиваешь. Ну, это если на шампурах. Если, да, допустим, можно на сетку так вот. Да. На сетке, на решетке. Ну, кто на чем, то можете просто выкладывать так жарить. Каждый по-разному. Да, это просто экономишь время при одевании, при нарезывании на шампура мяса. Ты таким образом, ты место, во-первых, на мангале экономишь, время свое экономишь и готовишь, то есть ты лучше. Вот, одна партия, то это одна. Я даже иногда вот так вот одеваю на два шампура. Вот тут надрезы делаю, и тут чуть-чуть надрезы, каждый кусочек. Потом отделяются вот эти кончики. И очень красиво. И вот так кладу на тарелку. И картошка, которая тоже на шампур сверху. И зелень. Тоже это. Иногда хочется так побаловать себя. Иногда так хочется побаловать. Пошли мы. Вот первый кусок и первый сюда кладем. Красота какая, ты что? На самом деле, это самые идеальные вот куски для шашлыка. Это серебро. Вот. Это тоже все, да? Да. Это на один шампур, вот это куски. Угу. Видишь? Вообще красота. Я так вот одеваю целиком. То хорошо. Еще больше сок хранит в себе. Вот. Еще больше сочнее получается, чем вот одинарный. То есть это чисто помогает человеку, которому готовит, чтобы быстрее готовить, то есть с разных сторон. А это чуть дольше надо готовить, не на большом огне, не слишком, чтобы он был сильный. Потихонечку надо приготовить, но он сочный, вкусный, вообще во рту будет таять. И хреши аж захочешь покушать. Так вот, сейчас берем. Так, поехали. Тоже на один шампур. Куски. Не слишком маленькие, не слишком большие. Вот. А, и выкладываешь, да? Да. Тут тоже не сразу він все буде кидати. Він сейчас оце цибуля, виложи їх, і воно должно постоять отак. Да, цибуля. Потом уже добавляю всі остальні інгредієнти, і потім воно вже готове на фасовку. Да, Рустам? Да, ми спочатку даже дати м'ясо отдышаться чуть-чуть после ножа. Ага. На, ну, вот с лучком, короче. Угу. Так. Маленькі куски. Рустам тільки родився, вже жарив шашлик перший день, да? У меня покойный дед, сколько мне, 6 лет не было, короче, он отдал я огня и ножа. Если ты это справишься и сделаешь шашлык. У нас 4 внука, короче, самый старший, он выбрал соревнования. Вы должны сделать за 40 минут, допустим, давал сначала 40 минут. Это надо зарезать барашку, ягнёшку, да, небольшого, чтобы на силы хватало. И сделай шашлык по шампуру каждый отдельно.
Ну, робили. Я вічно виігрував. Так що усі наші шашлики, що ви берете, ребра, стейки, зараз ще покажемо стейки, все це по методу Рустама. І Рустама руками робиться. Він то й мене навчив, я вже знаю, як що. Там шашлик, то його легше замачувати, то я вже сам діла. А це ребра, він каже, я тобі покажу, все ще раз подробно об'ясню, щоб ти сам умів, якщо мене там нема, щоб ти сам замочив без дарів. А так в основному він буде приїжджати, от як сьогодні, і ми з ним мочимо на продажу шашлики із ребер. Так, це ми ще в сторону. Все, воно стоїть? Так, да, це стоїть минут 20, що там. Наші потім займемося приправами, солями, со всім. Ага, все. Далі сам, ти можеш даже сам. Ні, я можу і сам, да, вже таке, то ти ж мене вже навчив. Як це? Тобі нравиться яке часть м'яса? Ребро? На шашлики? Ага. Ребро, да. Не, я реально люблю ребро, потому что он намного вкуснее. Ну вот бери даже ошейка. Ага. Есть ошейк жирный, есть сухой. Ну он мякоть. Я, во-первых, не за сухоты, не за жирности, а за того, что я люблю вот этого с костя вот грызть его. Ага. Вкусно, обрезать. Смоктать. Вот ага. Действительно, ты возле костя, самое вкусовое качество возле костя у мяса. А ну, где да. Мякоть, нет. Ты просто, ну, вкус, ну, мясо, кровь и все, а дальше нет, не так, как вкуснее, как на рыбе. Некоторые, да, действительно, только ошейка любят. Так вот это чуть-чуть. Именно вот эта сверху ошейка, именно вот это жесткий сало, ага, он горит чернее, да, я его убираю. То есть он бессмысленный, ну, вот это вот жесткий сало. Ну а стейки, Рустам, які будуть, як стейки правильно жарити, на чому я маю в виду? Стейки лучше желательно на сетке. На сетке. Или на саже. Ага. Или на саже, короче, не на большом огне, он не должен гореть. Вот. То есть еле-еле жарить должен, да? Да. На саже, допустим, чуть-чуть салом просто протер куском шмата сажи, и огонь маленький. И берешь вот эти куски стейков, пожарю чуть-чуть, переверну чуть-чуть. Опять пожарю? Да. Ты в общем три раза должен перевернуть, в общем смысле. Много должен, он не жарится, он мягкий будет после такого замачки. Буквально, ну, три раза туда-сюда, пару раз, все, готово. Достаешь, он сочный, во рту пролетает. Вот. А по-другому, если готовить, то он высыхает, то... Ну, сухие будут. Отбивная есть отбивная. Почему многие не хотят заморачиваться, его просто отбивать молоточком, ага, с яйцем, то все, короче, вот такую толковую куску, вот такой кусок делает, добавляет эластичность мясу насчет яйца, ага, сочность насчет яйца, зелень, все остальное, и не едят. Так оно вкуснее. А я готовлю вот так. Ну, сейчас поделимся. Вот сразу этот кусок показывает мне на три части. Вот. Я беру, оставляю мясо чуть шире. Опять же, вот. Вот такими вот. Не совсем маленькими, не совсем большими кусками. Вот перевернул, сразу показывает вот кусок сам мяса, показывает, где надо резать. Вот, видишь? И вот так шампур одел. То есть в жиру мясо готовится и сочно. Вот так. Перевернул. Все готово. Вот эта жесткая часть, допустим. Вот, видишь? Вот так. И все. Переверну. Вот он. Готово. Вот такой, допустим, непонятный кусок. Да? Как бы большой и не, это самое. Если порежу, слишком маленький будет. Я в таком случае что делаю? Беру не до конца надрез. Вот. Получается кусок длинный. То есть впитывается сюда все соль, перцы, мясо, все впитывается. И когда на шампур одеваешь, ты вот так вот берешь. И одел. То есть один длинный кусочек получается. Вот это вот чуть-чуть, где кровь, это убираем, потому что на шампуре он будет чернеть. С кровью не должно быть. Все. Так.
это мы убираем все лишнее. Висящие места желательно так мы же хотим, чтобы все красиво было в шампуре. Ну да. Сейчас обрабатываем стейк. Сначала лишние жиры, висячие куски мяса. Они у нас должны быть полноценные, красивые куски. Так. И как бы уже влажность убрали, все, высушили. А толщина каждого стейка какая примерно у вас там? Ну, примерно. Ну, смотря кто как собирается это готовить, то есть когда готовить. Я, допустим, режу сантиметров 3. А, 3, толстенькие, да? Да, толстенькие. Почему? Потому что, ну, вот эта отбивная есть отбивная. И он сразу начинает, расходиться, то есть большим становится. Чтобы толщина оставалась, приготовление, чтобы не высохло, поэтому чуть толщину. Вот. Ну да, потому что высоковано и так получается. И это тоже я готовлю не на большом огне, и не слабом, и не слишком таком сильном огне. Стейки ты уже робишь по другой технологии, да? Да. В масле в каком, да? Да, оливковое масло обязательно участвует. И режешь другие виды масла, сухие только, которые на салаты, другие. Вот, что под рукой у меня окажется, я этим пользуюсь. То есть или оливковое, или другие виды. Вот такие, да? Да. Ух ты. Вот видишь, и им не надо дать, чтобы они вот так вот, видишь, сразу они моментально расходятся. Ага. И это готовится на сетке или на саже, просто так вот. Ну, у кого что есть. Да. Тут уже. На шампура это нежелательно, потому что высох. Следующий, да? Да. Наших тюленей. Да. Из нижних селей. Так, смотрим. Вот эта часть сразу, видишь, сейчас снимаем сюда. Нам это не нужно. Снимаем.
Это надо обязательно делать. Поехали. Так. Ну что? Ух ты, да? Да, красотища. И я вот это вот когда готовлю, допустим, я смотрю по гостям, у меня, допустим, 4 человека. А то сразу по 2 куска. Ну, на одного 2 куска, да? Да, на одного 2 куска, да. Угу. Сразу достаю на сетку или на сашку и сразу подал. Я не беру там сами уже. А некоторые вообще не могут терпеть. Я так вот беру, а некоторые интеллигенты берут вилкой, ножом, разрезают. По-разному. Просто когда режу вот такие куски мяса, именно вот эти части, ребра, я удовольствие получаю, потому что, знаешь, они действительно 100% будут бомбезно вкусно. И все наслаждаться будут, и все будут говорить, что красота, да, Рустам, ты очень вкусно готовишь. Ну, теперь и ты научился. Ну, да. Все, мы закончили. Вот эти все специи, все травы, впитаться в них. Чуть-чуть соль. Потом мы второй раз опять мы туда масло, лучок сначала, а потом уже с маслом мы, чтобы преобразовалась в куске мяса пленка. Вот это оливковое масло, он не даст ему вот этого и так сухому мясу, здесь мешало без ничего, не даст высохнуть и разорваться, вот так расширяться ему при огне. Он останется, как вот сейчас. И он будет сочный, вкусный, все вкусовые качества останутся тут. Вот масло этому помогает. Угу. Вот. И жарить буду. И жарить спокойно, как хочешь жарить. Хочешь дольше, хочешь быстрее. Это ты уже сам будешь под себя уже регулировать. И температуру, и час, время. Некоторые любят вообще с крови, допустим. Полусырые. Я знаю даже такие. А некоторые вообще как сухари жарят. То есть уже вот такие дела. Из 5 сделали одно. Получилось у нас вот так вот. Тут все, что хочешь есть. 5 специй и специальную маску. Оливковая масса. Чуть-чуть соли, чтобы побыстрее. Мы уже поверхность сначала посолили.
Все. Ты чуть-чуть берем сначала. Не боясь обильно. Это мы специально оставим на пленке, короче, ну, чтобы спокойно работать. Не раздавить, не разровнять, короче, мясо, чтобы не на тазик, а вот так вот надо работать с мясом. Там у нас куски мяса не задка, чтобы мы его могли, как тесто. Mm-hmm. Но здесь нельзя так, на этом части. Видишь, нагрели. Надо по-быстренькому после разрезания. Соль посыпала из печи. Чем крупнее, тем чем лучше. Тоже не боимся соли, что много будет. Ну, не совсем, конечно, не так, как салат. Просто обидно душу его. Ничего страшного. Немножко повозиться надо, но зато итог вообще вкусный, красивый, вкусные куски. Немножко бережно с ними надо, это необычно, это очень нежное, мягкое, мягкие, вкусные куски. И обратите внимание, я только с двух сторон и перчу, и мажу только с двух сторон. То есть вот эти бока нежелательно. Ну, все равно попадут, ну, сейчас, то есть на данный момент туда я не дотрагиваюсь. Только с двух сторон, чтобы равномерно они впитались именно мягкой. То есть сверху, где пленка, это бесполезная мазанька.
И когда готовишь, оно там горит, вот эти специи чернеют куски мяса. А с этой стороны не будет готовиться. Вот смотрите, какие куски получились у нас. Уже в сыром виде хочется кусануть. Вот так вот. Все, и это у нас... Мы кладем тарелку, да? Да. Так, так, так. Это тоже пока мы в сторону, потом лучком. Ну, после этих, короче, ага. Тем же лучком просто складываем. Ни кашу не делаем, просто складываем слой мяса, слой лучка, слой и как отрежать, отдохнуть. Ага. Пусть придут к себе. Как рыба стейк, да? Угу. Встречаем сейчас и в холодильник. Хай вот так вот придут по себе. Угу. Встречаем, запечатаем. Да, запечатаем и в холодильник. Теперь вертаемся обратно к нашим ребрышкам, ошейкам, все остальное. Вот, друзьячки, на дворе уже вечер. Время ровно 8 часов вечера. 20:00. Шашлик замаринувався, і ми тепер його пофасували, порозпреділяли. По пакетам і отак виходить, вакуумуємо шашлик. Отак. І також зараз будемо вакуумувати стейки і ребра. Все покажемо. Ну що, погнали? І заодно вам покажу мій вакууматор. В нас був більш такий простенький раніше, ми ним довго мучились, там одна пропайка була. Робили по дві, по три пропайки, тому що ну, були нюанси. Він був ну, саме такий простий, примітивний, ну, тим не менше ми ним робили. А зараз, ну як, не так давно, ми купили новий і не нарадуємося. Це не реклама, я просто показую, яким ми пользуємося. Ми брали його в інтернеті, мені вискочило об'явлення, я його заказав, мені прислали рахунок ФОП. Я оплатив все на ФОП і прийшло мені через пару днів на почту, пішов, забрав і все. І все в нас, хто що купляє, оплата йде повна на рахунок ФОП. Проплачуєте на ФОП, тоді ми вам відправляємо. Отак, тому що нам, ми платимо податки і ми не маємо права відправляти вам аби як. Все повинно платитися на карту ФОП. Ну давайте почнемо з чого? Ну давайте з ребер. Ось ми так пофасували ребра. Ні, спочатку я вам покажу сам вакууматор. От приблизно з самого початку. Пакети. От тут у мене пакети. Ну, ось, приблизно. Я беру собі скільки мені треба. Ну, ось отак. Одміряю. Все, оце мені така длина треба. Ставлю метку, ну я в основному по краю стола. Видвигаю, щоб так раз. Ага. Все. Опа, все, пакет готов. Потім іде, сам пакет іде пропайка. Ну, одного краю. Поставив, закриваю. Нічого держати не треба, давити не треба. Нажав кнопочку. Він зараз розігрівається, бо це перший раз ми ним не робили минут, наверное, 20 остив. Як нагрітий, то швидше трошки. І от він зараз почне, от показує 9. Зараз нагріється і на уменшення, ось, вже пішов, і до щелчка щелкне, і тоді все, можна забирати. Ось зараз, оп, все, забираємо. Дивіться, двойна пропайка пакета, кожна пропайка міліметра 3, а може і 4 міліметра, і вона двойна. І надіжна така, що просто мама не горюй. І все, і ми далі
вкладываем свои там продукты и потом паяем дальше. Я сейчас все покажу. Тут есть функция мариновка, есть, все есть, но я пользуюсь ручной. Сейчас объясню, чего. От, допустим, кладемо ми ребра. Вожу ребра. Я можу включити зараз функцію мариноване, ну, тобто маринад. Ну, воно дуже багато сока витягне. І натече жидкість туди. Мені воно таке не треба, воно ж не знає, що в мене йде. І я беру вручну. Контролюю. Ага, мені ще чуть-чуть треба. Ага, і ще чуть-чуть. І я дивлюсь, як жидкість в мене вже починає йти. Оп, все, я останавливаю. Все, пішла жидкість туди. А воно, якщо функція маринад, ще б тянуло. І все, і нажимаю запайка. Отак. І йде, відбувається зараз запайка. Час опять нагріває. Все, вже пішло відсчет. І зараз відщелкну і все. Опа, все, можемо забирати. Опа. І забираємо. Виходить, двойна пропайка. Навіть буває, що тут мокре, от навіть як в нашому випадку, зараз чуть-чуть жидкість пішла, ну так, єлі-єлі, ну пішла, вона то туди не натекла, ну. І все одно пропає. Тепер дивимося. Розравнюємо наші ребра, і вони, виходить, далі вакуумовані і мариновані там, внутрі. Без лишнього воздуха. Отак. Оце ось ребро. Все, складаю сюди у пачечку. Дальше пішов. То же саме беру. Опа, сюди. Накриваю. Держати нічого не треба. Сам витягую кнопочкою. Ось, контролюю, скільки мені треба. Треба чуть-чуть, можу чуть-чуть. Мені ручна більше подобається, бо то... Ось, тяну, тяну, тяну і сліджу. Ага. І ще, оп, наче все, пішло. І все, нажимаю вакуум, запайка. Це китайський 6999. І плюс я заказав пакетів, ну, тобто на 7 тисяч. Я то 7 тисяч перекинув і все пройшло нормально, я довольний. Почитав так отзыви трохи, подивився в інтернеті за іменно цей вакууматор. Ну, в кого 2, в кого 3 роки. Кого більше, ну то есть. Все, даже трошки прозівав, поки вам показував, жидкість туди пішла. Все. Ось отак. Ребра мариновані. Бачите, трошки пішла жидкість. Ну, це нічого страшного. Воно там осталось після замка. Я потім отак уже беру, якщо бачу, що осталось після замка жидкість. Отак ось, раз салфеткою, ну, щоб не натікало в холодильнику. Отак от, раз, опа, і все. І потім, якщо тут яка капелька, то вже так. Тут немає такого судочка, що витягується. От немає, погано. Було б, може було б і краще. Все. Отак, бачите, все сухенько, все чистенько. Все, ребра пішли далі. Ну, ребра я вам показав, давайте стейки. Стейки ми зробили по кілька пакетів, пакета 4-5 по 8 штук, тобто по парі 2 тут, 2 тут, 2 тут, 2 тут, по 8 штук. І 2 пакети літри у нас тільки вийшло по 6, ну тобто прийшлося розподілити. Стейки 8 штук, вирівнюю, дивлюся, що тут а як, витягую. Воздух. Отак ось буде вам. Опа. Стейки трошки ж другий маринад, не такий. І він не так швидко йде. Оп, ще чуть. Все, пішло, дай. Так, да. І нажимаємо запайка. Стейки я навіть коли вкладували в кожний кульочок, фасували. М'яке-м'яке м'ясо буде, ну вже після приготовлення. І запах, оце ми зараз робимо, тут запах такий стоїть неймовірний. Ну запах не передається ж по камері. Все, двойна пропайка.
Я не переживаю. Мы так сало, куда мы вчера? В Данию. Сало я завакумировал 10 килограмм. Тоже четко. И тоже сало пробовал, нажимал сразу вакуумация запайка, ну, то есть, чтобы оно саме дуже, дуже витягує. А як я вручну, мені вручну більше підходить. То есть не в кожному професіональному таке є. То треба держати, то ще щось. А це Китай, і його дрізав, не треба відміряти ті кульочки, нічого. Раз, щок, щок. Ну, дуже, то есть, мені, як производителю, дуже, якби, все. 8 стейків. Другу. А ось 6 стейків тільки. Зараз їх так розміщу, щоб. А ось 6 стейків. Опа. Закриваємо. Розміщаємо 6 стейків, щоб отак. О. І так. І починаю ось отак. Дивимося. І ще можу. О, пішку можна ще ривочок. Оп. І ще чуть-чуть. І запайка. Кнопочку нажали. Отак. Так що, друзяки, кому треба номер висвітиться на екрані. Вікен. Дзвоніть, заказуйте. Буває таке, що відео вийшло, його раз і розхватали. А люди дзвонять. Як уже нема? Ну я ж тільки відео подивився. Ну ви подивилися на другий день чи через там кілька часов. То тоді да. А так, все одно записуйтесь, ми ось у вівторок будемо різати. І опять же ж зробимо якусь там часть, продамо салом, м'ясом, замочимо шашлик і буде вам шашлик. Тобто ви записуйтесь, а ми зробимо по-любому. Бо вас же ж багато, а ми одні. Канал же ж не маленький, людей дивиться багато. Так що то так. Дивимося, 6 стейків. Двойна пропарічка, все чутенько, нарікань нема. Угу, взагалі прекрасно. І воно мені, що подобається, воно маринується. Потім після цього всього, як ми запаяємо, я вже вам не буду показувати, зараз запаяємо, бо це буде ще 3 часа відео. І этот, замаринували ми все, ну можемо зважити, скільки чого вийшло, там ребра, скільки стейків, скільки. Шашлик скільки? Для себе. І потім кладемо в холодильник на 4 градуса. Ну, 4, або я виставляю 5, ну, стоїть 4, хай на 4 градуси стоїть. І все. Ви позвонили, Віка бере, хто що замовив, пофасувала сама, поупаковувала, позаматувала в ящики. Нова почта не фасує, ми самі все робимо. Ми відвозимо вже готову посилку на почту, вони бринькнули і полетіла посилка до вас. Отак. Так що, ото такі діла. Ну, і напишіть свої, ну, свої мислі насчет вакууматора. Мені кажеться, непогано. У нас був, він є там, лежить, не хочу вже йти, чи там, а, внизу там. Такий маленький, домашній, то для кухні. Ну, для кухні Вік його хватить. Огірок, там, помідор. Я і шашлик не умудрявся вакуумірувати. Ну, не те, модохається. А тут аж я не держу нічого, нажав, пішов, щось своє там зробив. Оп, уже пікнуло, я забрав опять. То есть отак. Так що ото такі, друзі, діла. Рустам все позамачував, все розказав, показав іще раз. Багато чого розказав. Поэтому отак. Будемо робити відео з Рустамом, будемо теж щось готувати, будемо щось показувати. Просто зараз і в них закази пішли на щільові пліти, вони там роблять щільові пліти. Дві партії треба їм зараз зробити здоровеньких. І якби і в нас трошки підзагруженість. Ну, тим не менше, будемо зустрічатися, будемо щось готувати. І також поїдемо до них на следующій неділі. Може, теж покажу, як партію зроблять пліт. Покажу, що як, де що, і відповім на багато вопросів по щільовим плітам. Бачите, як нічого не було, а тут бух уже щільові пліти робляться, ліються і по різним городам відправляються. Ну, то вже зовсім друга історія. Всім спасибо і всім пока.